Even just using your sense, you can know that this thing I can't do. Здравствуйте, ни хао, хола, бонжур, ассаламу алейкум, добро пожаловать в сами солнечная страна в Африке, называется Замбия. Это Матиус. Если вы новые попали на этот канал, не забудьте подписаться. А если вы только что вернулись, хочу сказать спасибо большое за поддержку, за то, что вы всегда смотрите мои видос время от времени. И в сегодняшнее видео я просто хочу вам показать что-то невероятное. Это, наверное, может просто случиться в Африке, если я не ошибаюсь. Сегодняшняя температура плюс 25. Скоро у нас будет зима. У нас здесь зима начинается с июня до начала августа. Где-то, если я не ошибаюсь. Конечно, я не один. Я с братами. Мы всегда снимаем видос. И я хочу сказать спасибо большое за поддержку. Спасибо большое за каждый комментарий, который вы пишете. И мне тоже вы пишете в речку. Это тоже мне приятно. В сегодняшнем видео мы просто хотим вам показать, как люди здесь построили дома на железной дороге. Посмотрите, это металлический, конечно, железная дорога, но люди, они это все убирали самостоятельно и решили построить дома. Я сейчас прохожу мимо этих домов. Это тут у нас железная дорога, но некоторые давно не работают, и люди, они сами решили взять это земля и начали построить дома. Это очень большой риск на самом деле. Как вы думаете, это только в Африке? Но что интересно, потому что государство или правительство им не дали разрешение построить эти дома, а они не слушали и начали построить. Очень красивые дома люди здесь построили прямо на железной дороге. Посмотрите, как красиво и сколько деньги они потратили. Хотя говорят, что кто-то не рискует, не пьет шампанское. Я не могу так рисковать, потому что когда-нибудь правительство, они будут снести эти дома, скорее всего, без компенсации, если я не ошибаюсь. Мы обычно в Африке здесь мы строим дома с ворота и так далее. Это чисто африканская поведение, где люди очень редко соблюдают закон. Но я думаю, что это будет очень плохой результат в конце концов. Как я сказал, что государство их предупреждали, что не дальше строить дома на железной дорога. Просто мне очень-очень забавно, что люди, они могут
так делать. Даже они не боятся, что государство может снести эти дома. Вот это вообще огромный дом. И еще ворот очень красиво. Потому что в будущем, рано или поздно, эти инфраструктура не будут. Потому что государство они объявили, что они будут снести эти все инфраструктура. Но я просто сочувствую или чувствую, как люди они это будут воспринимать и испытывать, потому что они потратили много денег, чтобы построить эти дома. Но за то, что они не соблюдали закон, они не слышали, что государство сказало, что не надо строить дома здесь. А они дальше вперед и начали строить, и некоторые даже здесь живут. Вот красивый домик вообще. Мы, кстати, здесь мы строим как частный дом, как я всегда говорю, не двухэтажный или трехэтажный. Нет, просто так. Для меня я считаю, что это на самом деле не правильно. Но что еще могу сказать, что купить земля здесь. Иногда, когда человек соблюдает все законы, очень трудно и очень дорого. Поэтому люди они ищут легкий способ найти земля, чтобы построить дома. И вот это последствия. Конечно, люди решили строить дома на железной дороге, потому что тут поезды уже давновато не работают, типа брошенные поезды. Люди придумали, что может быть больше это не будет работать. И все, они убирали эти все дома. Тут должны быть поезды. Но нету за то, что люди построили дома. Как вы думаете? Пишите в комментарии, мне будет интересно слушать ваше мнение. Это просто был маленький тур, где африканцы построили дома на железной дороге. Что у нас творится в Африке, это очень-очень интересно. Поэтому я обожаю жить в Африке, потому что в Африке все возможно. Прямо спасибо большое за просмотр, спасибо за поддержку. Увидимся в следующем видео.